Здорово, с вами Муборг, я Трэш, и сегодня у нас на обзоре Dragon Ninja Rush. Dragon Ninja Rush — это динамический раннер, в котором ты в роли короля или королевы клана драконов будешь тренироваться в беге с преградами на дистанцию. И используя только прыжок и скольжение, тебе предстоит преодолевать множество опасных препятствий, таких как смертельные сюрикены, бамбуковые шипы, красные быки и прочее. Но на твоем пути будут всегда встречаться полезные бонусы. К примеру, подобрав зелье увеличения, ты будешь крушить все на своем пути. Взяв щит, ты сможешь не переживать за сюрикены и прочие опасности. Ракета позволяет герою мчаться над противником и преградами, преодолевая огромное расстояние. Подобрав магнит, ты сможешь притягивать предметы, а волшебная палочка превращает все виды монет в золотые. Кстати, про монеты. Заполнив шкалу золота до максимума, вы переместитесь в бонусный уровень, в котором вы ограниченное время сможете собирать огромное количество монет без препятствий. Проиграв, вы сохраните собранное золото, которое будете тратить на покупку персонажей, питомцев и их прокачку. Питомцы есть двух видов – летающие и транспортные. Их польза заключается в том, что прокачивая их, как и себя, бонусы будут встречаться чаще и действовать гораздо дольше, что позволит продержаться каждый раз больше прежнего. Выполняя список заданий из меню, вы сможете удвоить награды, а в игровом магазине при желании сможете приобрести кристаллы, за которые можно покупать дополнительных питомцев, героев, тратить их на возрождение или использовать бонусы в любое время. Благодаря простому и понятному геймплею Dragon Ninja Rush сможет отлично и весело скоротать ваше время.